Харьков, 22 декабря, 15 год, 9:29 по Киеву. Не совсем похоже на зиму, плюс 7, по-моему, температура. Синоптик обещал без дождя, поэтому я уже промок до нитки. Синоптик — это сайт, а не голос в моей голове. Так, все начинается с любви. Башня на Французском бульваре установлена ко дню всех влюбленных. 14.02.12.2012. Церковь, не знаю, не помню какая. Не помню, даже если и знал. Ну, в общем, башня впечатляет, конечно, Эйфелева. Ветерочек, конечно. Так, там у нас, по-моему, памятник Александру Невскому. Что он посреди Харькова делает, не знаю. Неуместен примерно так же, как Эйфелева башня, но красиво. Так. Там Успенский собор в тумане еле-еле проглядывает. Это у нас ХПИ, Харьковский политехнический. Плохая видимость, конечно, ну, в общем, центр. Ну, красиво. Молодцы.